Дорогие друзья, доброе утро. Приятно, что на церемонию, которая проводится в столь ранний час, пришло так много выпускников МГИМО, друзей нашего университета. И действительно, повод по-настоящему значимый – открытие памятника Александру Михайловичу Горчакову, который возглавлял долгие годы Министерство иностранных дел в очень непростые для России времена, которые следовали после Крымской войны и охватывали период того самого сосредоточения, о котором говорил Горчаков, объясняя всем, что сердиться мы не будем, будем сосредотачиваться. Принципы, которые он заложил в основы внешней политики Российской империи, в полной мере сохраняют свои актуальности сегодня, потому что они касаются системных вопросов ведения дел в мире. Это прежде всего твердое отстаивание национальных интересов. Это аксиома для любой нормальной, уважающей себя страны. Во-вторых, это продвижение договоренностей, которые, опираясь на национальные интересы, в то же время учитывали бы приемлемые интересы, законные интересы наших партнеров. В-третьих, это, конечно же, европейская нацеленность российской внешней политики, но при обязательном развитии отношений с Востоком. Китай, Индия, Япония – это те страны, на которые он обращал особое внимание. Так что, если мы ознакомимся с современной концепцией внешней политики Российской Федерации, то вот эти базовые вещи там присутствуют. Уважение собственных интересов и твердое, но без конфронтации их продвижение. Многовекторность внешней политики, что означает готовность вести дела с любой страной в любом регионе, которая готова это делать на равноправной, взаимоуважительной основе, на основе поиска баланса интересов. Так что вот эти азбучные истины и стремление всегда искать договоренности с партнерами, обеспечивая баланс интересов, я думаю, это наследие, которое будет всегда лежать в основе нашей внешнеполитической деятельности. И очень символично, что памятник Александру Михайловичу Горчакову открывается в МГИМО, в этом прекрасном кампусе нашего университета, где учат жизни, по большому счету, потому что дипломатия – это отношения между людьми, отношения между странами. И те, кто оканчивает международный факультет, экономический факультет, различные бизнес-школы, факультет журналистики, все равно вы будете заниматься отношениями между людьми. И те традиции, которые в МГИМО заложены по воспитанию этих качеств, они, конечно же, бесценны. И очень символично, что именно здесь открывается памятник великому министру иностранных дел Российской империи. Спасибо огромное Анатолию Васильевичу Торкунову, который инициативу установки этого памятника проявил, и Ивану Ивановичу Чарапкину, скульптору, который создал прекрасный образ. Надеюсь, нам сейчас его покажет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.